Добрый вечер, дамы и господа. Позвольте представиться. Меня зовут Александр Саванелли. До начала нашего вебинара хочу сказать несколько слов о себе. До пандемии у меня была довольно-таки интенсивная актерская карьера в разных странах Европы, в основном в Бельгии, Франции, Германии. По образованию я актер, музыкант и переводчик, свободно владеющий 4 европейскими языками. С 2015 года являюсь инвестором SkyWorld Community и на протяжении 2 последних лет, вот уже 3-й год, вместе со своими коллегами по команде я стал региональным спикером в Бельгии, Франции и Германии, и мы делаем все возможное для популяризации нашей уникальной технологии в Европе. Сегодня я буду вести для вашего внимания вебинар на русском языке. Уважаемые коллеги, пока многие из вас еще отдыхают, наш инновационный проект продолжает работать. В Шарже уже состоялось первое оперативное совещание 2023 года. Совместно с партнерами ACAK и International Engineering Consultants на совещании были проанализированы результаты работы прошлого года. Были намечены планы и строительство на этот год в части завершения тестовой трассы номер 4. Основные этапы этих планов – подъем рельсов, монтаж металлоконструкции, проектирование и изготовление головки рельса, ввод в эксплуатацию путевой структуры, а также ввод транспортного средства в эксплуатацию и завершение сертификации тестовой трассы номер 4. На официальных ресурсах проекта появилась информация о публикации статьи об аэродинамике струнного транспорта в научном издании «Инновационный транспорт», учрежденном Российской академией транспорта и Уральским государственным университетом путей сообщения. Журнал освещает достижения в транспортной сфере, а также готовит обзоры важнейших событий отрасли с точки зрения ее инновационного развития. В материале, среди авторов которого генеральный конструктор проекта, подробно рассказывается о высокоскоростном подвижном составе с уникальными аэродинамическими характеристиками. В подготовке статьи также участвовали сотрудники компании-разработчика технологии господин Сергей Артюшевский, Михаил Цирлин и Владимир Гончаров. В материале представлены технические решения, направленные на улучшение аэродинамики струнного транспорта. Кроме этого, описаны конструктивные особенности высокоскоростных моделей и их преимущества с точки зрения аэродинамики и эргономики. The UniFlash – так называется высокоскоростная модель. Она разработана для перевозок между городами, а также для международного сообщения. Высокоскоростной юнимобиль способен развивать скорость до 500 км в час. Например, расстояние от Минска до Парижа он может преодолеть за 5 часов. Это даже быстрее, чем на самолете, если учитывать продолжительность рейса, время на дорогу до аэропорта, регистрацию и прохождение других предполетных и послеполетных процедур. UniFlash имеет кузов обтекаемой формы с плавно сопряженными передней, средней и задней частями. При этом переходные сопряжения построены по особым кривым, являющимся ноу-хау нашей компании. Модель была представлена мировой общественности в 2018 году на крупной международной транспортной выставке Innotrans в Берлине. Друзья, делимся с вами радостной новостью разработчика струнных технологий. Это подъем линейного сооружения длиной более 2 километров, который был осуществлен на тестовой трассе, расположенной в его центре испытаний и сертификации в городе Шарж. Это стало завершением этапа работ по возведению путевой структуры в транспортно-инфраструктурном комплексе номер 4. Уникальность подъема монолитной конструкции длиной более 2 километров
Все дело в том, что аналогичные работы не проводились до этого момента нигде в мире. Протяженность эстакады более 2,5 километра с учетом ненапряженного участка, который позволяет подвижному составу стартовать с уровня земли. Уникальность этой технологии состоит в том, что путевой тур Штуры такой длины даст возможность организовывать пассажирские и грузовые перевозки на скорости до 150 км в час. Как мы уже информировали вас, в конце 2022 года завершился первый этап сертификации тестовой трассы номер 4. Международная независимая организация TÜV SW Standardization Certification выполнила комплекс работ по оценке металлоконструкции в соответствии с международными стандартами AWS BSNE. Был получен сертификат, подтверждающий безопасность промежуточных опор, легких конструкций, обеспечивающих устойчивость путевой структуры. Компания еще ожидает второй этап сертификации, в ходе которого будет дана оценка всей тестовой трассы. По результатам проверки рельсово-структурная эстакада будет готова для эксплуатации тяжелого грузового и пассажирского подвижных составов со скоростью до 150 км в час. Уважаемые коллеги, как вы уже знаете, в Шарже произошло событие, мимо которого просто невозможно пройти мимо. Завершен очередной этап монтажно-рельсовой структурной эстакады для тестовой трассы номер 4. Из нашего последнего выпуска новостей вы уже, должно быть, знаете о важности подъема сразу всей рельсо-структурной путевой структуры, и эта публикация призвана объяснить некоторые важные технические моменты. Согласно филиалу проекта в ОАЭ, этот подъем осуществился в несколько этапов под постоянным контролем инженеров и контролеров. Вся предварительно напряженная конструкция длиной более 2200 метров и весом более 300 тонн была поднята на высоту 15 метров всего за несколько дней. И каким бы колоссальным трудом это ни звучало, но всем процессом занимались всего 3 сотрудника. Стоит отметить, что при этом вся технологическая оснастка и вспомогательное оборудование были разработаны конструкторами ЗАО «Струнные технологии». Это еще раз свидетельствует о компетентности и ответственности каждого, кто участвует в данном проекте. Особого внимания заслуживает точность осуществления операции, что необходимо было обеспечить одновременно для 8 промежуточных опор. К тому же полный объем путевой структуры – это не просто этап монтажа, а неотъемлемая часть уже освоенного компанией процесса, который может быть использован в дальнейшем при строительстве транспортных эстакад. Уважаемые коллеги, согласно сообщению филиала проекта ВУАЭ, он продолжает выстраивать отношения с учебными заведениями по всему миру и приглашает будущих специалистов из различных областей науки для ознакомления с инновационными структурно-транспортными инфраструктурными технологиями нашей компании. На этот раз при поддержке Eureka Education его испытательно-сертификационный центр организовал захватывающую экскурсию для студентов-инженеров SRM University AP из Индии в рамках Global Immersion Program 2023, включая посещение штаб-квартиры и производственных предприятий, а также встречи с руководителями и государственными чиновниками с целью изучения международного бизнеса с теми людьми в стране, которые имеют в нем практический опыт. Студенты также могут совершить поездку по окрестностям и принять участие в специальных культурных мероприятиях. Проект рад возможности поделиться опытом с молодыми талантливыми людьми и вдохновить их творческие умы на создание новых перспективных технологий и концепций, которые также будут призваны улучшить качество жизни людей во всем мире. Друзья, недавно на сайте разработчика струнные транспорта появилось сообщение о подписании соглашения о сотрудничестве с частным институтом управления предпринимательства, делегацией которого посетила компанию, ознакомившись с работой главного офиса и деятельностью конструкторского бюро.
На встрече генеральным директором стороны договорились о совместной деятельности в образовательной сфере, научно-коммерческой работе. На делегацию произвели большое впечатление масштабы производственного комплекса СВ-Плант и процесс сборки подвижного состава. Участники визита ознакомились с парком современного оборудования, с помощью которого изготавливаются элементы струнного транспорта, корпуса подвижного состава, рельса, структурные эстакады, мотороколеса, двигатели, накопители энергии и другое. В демонстрационном центре проекта представители института посетили музей струнного транспорта, пассажирские станции и диспетчерскую, узнали об особенностях подвижного состава и рельса струнных эстакад. Завершилась также встреча обсуждением направлений сотрудничества, среди которых были лекционные занятия о струнных технологиях для студентов ЧИУП, конкурсы выпускных квалификационных работ, проводимые проектом, научно-технические и инновационные проекты экономической направленности, совместное участие в конференциях и других научных мероприятиях с последующей публикацией научных трудов. Уважаемые коллеги, по официальному сообщению разработчика струнных технологий, компания продолжает работу в рамках соглашения с Брестским государственным технологическим университетом. Мы уже сообщали вам, что ранее ректорат университета посещал компанию. В ходе первого визита был подписан договор о сотрудничестве в научно-исследовательском направлении и подготовке инженерных кадров. На этот раз гостями БРГТУ стали представители проекта, принявшие участие в международной научно-практической конференции «Перспективные направления инновационного развития и подготовки кадров». На данном мероприятии они представили два научных доклада о струнно-транспортных инфраструктурных комплексах. Позднее они будут опубликованы в сборнике научных статей. Кроме этого, представители проекта провели занятия для студентов университета. Живой интерес у учащихся вызвали не только струнные технологии, но и возможность выполнения дипломных курсовых проектов по такой тематике, а также прохождение практики и дальнейшей работы в компании. Также при участии ее сотрудников состоялись встречи с руководством нескольких организаций Брестского региона, по результатам которых выработан ряд направлений: научно-образовательное, промышленное, строительное и другие, для дальнейшего сотрудничества. Дорогие коллеги, ближневосточное отделение проекта опубликовало статью об интеграции струнного транспортного комплекса в окружающую среду, которой мы с вами по сложившейся традиции делимся. Итак, с одной стороны, комплекс должен выполнять определенные функции. Всегда есть требования со стороны заказчиков по пассажировместимости, скорости, безопасности, логистике и так далее. С другой стороны, оно естественным образом становится элементом городской инфраструктуры и частью природного ландшафта. И здесь необходимо учитывать множество факторов. В современном мире земля стоит очень дорого, отсюда заказчик хочет разгрузить движение по дорогам общего пользования. В этом случае строительство ресурсной транспортной эстакады происходит в условиях плотной застройки. Часто возникает потребность соединить два берега большой реки, а это неизбежно приводит к удлинению пролетов эстакады, что требует массивных анкерных и высоких промежуточных опор. При всех этих требованиях предварительно напряженная рельсоструктурная эстакада демонстрирует гибкость, индивидуальный подход к каждому требованию заказчика, способность перемещать грузопассажирские потоки в сложных ситуациях и других климатических условиях. В конце концов, это не все проблемы, а только лишь цели, которые стороны достигают вместе. Дорогие единомышленники, официальные ресурсы проекта сообщают, что в сборнике научных трудов «Современные методы и технологии создания и обработки материалов», материалы ведения, опубликована статья об особенностях порошковых материалов. В ней подробно описывается процесс отверждения термореактивных материалов с использованием низкотемпературной плазмы. Среди авторов публикации генеральный конструктор струнного транспорта,
Согласно авторам, в ассортименте порошковых красок около 90% занимают термореактивные порошковые композиции. Однако они были бы еще более востребованы, если бы удалось существенно сократить их время отверждения по сравнению с традиционными порошковыми красками с 15 до 60 секунд или до 1 минуты. Это обеспечило бы энергоснабжение, экономию времени и производственных площадей и окрашивание изделий. Благодаря этому снизилась бы общая себестоимость работ при нанесении покрытий. В материале отмечается, что плазменное напыление – перспективное направление различных порошковых покрытий. Данная технология позволит окрашивать порошковыми композициями крупногабаритные изделия, например, транспортные средства, в том числе струнный подвижной состав, что невозможно с помощью традиционных методов порошкового напыления. Сборник содержит результаты исследований ученых мира, направленных на создание композиционных покрытий и материалов с повышенным уровнем физико-механических и эксплуатационных характеристик. Он входит в перечень научных изданий Республики Беларусь для публикации результатов диссертационных исследований, а также включен в российский индекс научного цитирования. Дорогие коллеги, сегодня речь также пойдет об аэродинамических характеристиках нашего транспорта, от которых зависит его эффективность и экономичность. Этот параметр повлияет на скорость, расход топлива и стоимость перевозок. В подвижном составе применяется технология, которая позволяет достичь в этом направлении выдающихся показателей. Как правило, при высокой скорости движения транспорт тратит до 90% энергии на преодоление аэродинамического сопротивления. Причем с увеличением скорости сопротивление воздуха возрастает квадратично. К этому добавляется эффект экрана, аэродинамическое явление, которое возникает между дорогой и машиной. Для того, чтобы преодолеть это расстояние двигателю, требуется работать интенсивнее, увеличивая расход энергии. В струнном транспорте упомянутая проблема решена с помощью рельса струнной эстакады. Расположение путевой структуры над землей полностью устраняет эффект экрана. Благодаря обтекаемому корпусу подвижного состава эффективно снижается энергопотребление транспорта. Кроме этого, он может безопасно разгоняться до 150 км в час, а высокоскоростной до 500 км в час. Все это делает струнные транспортные инфраструктурные комплексы по-настоящему передовым решением. Отдельного внимания заслуживает высокоскоростная модель. Коэффициент ее аэродинамического сопротивления удалось снизить до 0,6. Для сравнения, среди автомобилей, входящих в число лидеров по этому показателю, коэффициент аэродинамического сопротивления может составлять, например, 0,17. Становится очевидным, что аэродинамические показатели струнного транспорта в сочетании с другими его преимуществами обеспечивают высокую эффективность и низкие расходы на эксплуатацию рельсовых электромобилей. Уважаемые партнеры, многие из вас часто задают себе вопрос, готов ли струнный транспорт к интенсивной эксплуатации. Ответ на этот вопрос дает очередная публикация от нашего разработчика. Транспортная цепочка перевозила пассажиров в часы пик, и это испытание показало, что беспилотный подвижной состав готов к перевозке тяжелых грузов. Во время испытаний использовался автомобиль, вмещающий до 48 пассажиров. Люди входили с обеих сторон одновременно, что делало посадку и высадку очень быстрой. Транспорт без перерыва выполнил операцию по посадке и пересадке около 1 километра. Эта испытательная операция подтвердила устойчивость струнного транспорта к высоким перегрузкам. Дорогие друзья, я предлагаю вам посмотреть короткий ролик на YouTube, который мы с моими коллегами подготовили по этому случаю. Не переключайтесь.
главное. А какая дорога, какая машина, какие колеса, какой рейс, ну так далее. Дорогие друзья, а мы тем временем продолжаем наш вебинар. Недавно в научном издании «Инновационные транспортные системы и технологии» была опубликована статья о конструктивных особенностях путевой эстакады, в которой подробно описывается испытательный участок гибкой путевой структуры в Центре испытаний и сертификации проекта. Среди авторов публикации был ее генеральный конструктор Михаил Цирлин и Александр Хлебус из компании, разработавшей технологию гибкого рельса, которые также внесли свой вклад в работу жесткость гибкого рельса и оценка напряженно-деформированного состояния элементов рельса струнной конструкции в центре U-Sky в Шарже. В публикации подчеркивается как внешнее сходство струнного пути с обычными эстакадами, а также уникальные технологии различия в их конструкции. В статье также представлено описание конструкции путевой структуры и стрингера, а также расчеты жесткости гибкого рельса, который оказался очень прочным и надежным. Уважаемые инвесторы RSW Systems, мы рады поделиться с вами новой статьей о проекте String Transport в сотрудничестве с Charger Research Technology and Innovation Park, динамичным инкубационным центром для инноваторов, который разрабатывает высокоскоростные подвесные SkyPods, способные перевозить людей и грузы со скоростью от 150 до 500 км в час. Разработчик уже построил плавающие грузовые и пассажирские поезда для их тестирования. Подвижной состав проходит испытания на участке парка с протяженностью 2,4 километра. После их успешного завершения правительство объявит о строительстве новых дорог в Шарже. Дамы и господа, из наших сообщений вы должны знать, что разработчик струнных технологий недавно получил аккредитацию Национальной академии наук Белоруссии и Государственного комитета по технологиям, что подтверждает компетентность и значимость его научной деятельности. Представители компании во главе с главным конструктором недавно представили доклад об использовании альтернативного зеленого источника энергии от жидкого водорода на 23-й международной научной конференции в Стамбуле. Соответственно, разработка компании – это комплексная система балансировки тепловой энергии, может помочь снизить энергопотребление системы, охлаждение подвижного состава, после чего струнная дорога станет еще более эффективной и экологичной. Сегодня производство энергии из водорода является одним из перспективных направлений в науке и в производстве. Однако из-за своей сложности и интенсивного научного характера она еще не нашла широкого практического применения. Уважаемые единомышленники, согласно фоторепортажу из Шаржи, в Центре испытаний и сертификации транспорта «Струна» недавно появился еще один пассажирский модуль U4-430,
это последнее слово уже испытаемому подвижному составу. Модуль был установлен в штаб-квартире STR Park, где реализуется проект VUAE. Теперь все его гости и посетители смогут лично познакомиться с нашим транспортом и совершить увлекательную поездку на сертифицированном модуле VIP-отделкой и лично убедиться в его надежности, комфорте и, самое главное, безопасности. Новый транспорт будет выставлен в зале С прямо напротив строящихся станций испытуемого отрека 2 и 4. Дорогие друзья, как вы уже знаете, в современном мире автомобиль является самым распространенным средством передвижения. Но загрязнение воздуха и огромные пробки на дорогах становятся все более ощутимыми проблемами. Они призывают общество двигаться вперед. Крупные города сегодня сталкиваются с ежедневными пробками, с нехваткой парковочных мест. Интенсивность движения транспорта вызывает чрезмерный шум, что очень негативно сказывается на здоровье людей. Проблема загрязнения окружающей среды становится все более острой с каждым днем. Люди во всем мире приходят к одному и тому же знаменателю. Нам нужно меньше автомобилей. Поэтому в ближайшие десятилетия роль общественного транспорта в мире будет возрастать. И похоже, что транспортные и инфраструктурные системы струнных технологий могут стать незаменимым решением для пассажирских перевозок. Некоторые страны понимают, что рост автомобилей неизбежен и что принимаемые меры будут иметь временный эффект. Они думают о будущем и рассматривают возможность использования виадуков, которые вообще не пропускают автомобильный транспорт. Уважаемые коллеги, все мы знаем, что пассажиры общественного транспорта страдают от полного истощения, которое получило название «дорожная усталость», с такими ее атрибутами, как апатия, упадок сил, хроническая утомляемость, плохое настроение без причины и так далее. Как известно, в подвале можно находиться менее получаса без вреда для здоровья. Негативное воздействие на здоровье оказывают такие факторы, как сильный шум, сильные электромагнитные поля, клаустрофобия и чрезмерная скученность в замкнутом подземном пространстве. Согласно новой статье сторонника транспортной сети, в новом исследовании уровней шума в транспортной системе Нью-Йорка исследователи из школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете обнаружили, что уровни шума под землей могут превышать показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и Агентством по охране окружающей среды США. Согласно исследованию, воздействие шума в течение всего лишь 30 минут в день, как это было зафиксировано в общественном транспорте Нью-Йорка, может привести к потере слуха. Во вдыхаемом воздухе содержится множество потенциально токсичных веществ, содержание которых зависит от источника и местонахождения. Также личный автомобиль не способствует комфортному передвижению, поскольку он застревает в пробках, что заставляет водителей нервничать и что, естественно, приводит к хроническому стрессу, включая необходимость интенсивно анализировать дорожную ситуацию для безопасного вождения. Дорогие друзья, делюсь с вами очередной хорошей новостью из Шаржи о преимуществах блокчейн-транспорта перед ее конкурентами. Его экологический потенциал гораздо выше, чем у любой другой существующей транспортной системы. Он несколько раз экологичнее, комфортнее, экономичнее и безопаснее любого известного вида транспорта благодаря следующим преимуществам, такими как отсутствие выбросов парниковых газов и токсичных веществ, низкое потребление ресурсов и энергии на всех этапах своего сложного жизненного цикла, железнодорожный виадук не нарушает рельеф, биогеоценоз и биоразнообразие прилегающих природных территорий, железнодорожный виадук не разрушает плодородные почвы и растительность, а также препятствует движению грунтовых и поверхностных вод людей, домашних и диких животных. Подразделение
по технологиям струнных дорог компании разработчика из УАЭ представила свою систему пассажирского транспорта, которая легко интегрируется в городскую среду и обладает рядом важных преимуществ повышения безопасности высокоскоростного транспорта за счет движения подвижного состава. Минимальное пространство, занимаемое эстакадами для струнных поездов, которые легко адаптируются к любым логистическим задачам, более низкие затраты на строительство и эксплуатацию по сравнению с другими типами эстакад и метрополитенов. Первая городская дорога уже введена в эксплуатацию в городе Шарж. Дорогие друзья, теперь разрешите в нескольких словах описать нашу прогрессивную технологию, как устроена наша удивительная технология. Итак, как работает струнный транспорт нашего сообщества? Давайте рассмотрим некоторые примеры. Транспортное средство изготовлено из очень легкого поликарбоната, оснащено электродвигателем, который также является суперлегким. Для работы он использует солнечные батареи, энергию ветра, а также обычное электричество. Для производства энергии используются ветряные турбины и солнечные батареи. Суперэффективные электродвигатели потребляют минимальное количество энергии, что приводит к значительной экономии. Инновационность сообщества SkyWorld Community заключается в конструктивных особенностях путевых структур и автоматической системе управления, основанной на искусственном интеллекте. Инженерный пакет компании снижает стоимость строительства и эксплуатации транспортной системы более чем на треть по сравнению с обычным монорельсом, который используется в Японии и в Европе, почти в два раза по сравнению с железной дорогой и в пять раз дешевле по сравнению с обычным шоссе. Укрепление позиций нашего сообщества на Ближнем Востоке – основная тенденция текущего года. Технология была официально представлена как потенциал для реализации плана развития инфраструктуры Дубая. Проекты включают городскую транспортную систему общей протяженностью в 15 километров, которые будут реализованы с использованием нашей технологии. Это событие широко освещалось в средствах массовой информации. В ходе совещания особое внимание было уделено путевой структуре, анкерным и промежуточным опорам, рассчитанным на определенные нагрузки, и предполагается, что при их нормальной эксплуатации они не могут быть повреждены. Дорогие друзья, завершая наш очередной вебинар, я хотел бы подвести некоторые итоги. В 2022 году мы очень плодотворно трудились, и хотелось бы еще раз вспомнить о наших достижениях. Первое. USKY Transport получил сертификат от MOA, Агентства по исследованиям и технологиям инновациям в Шарже. Уставной капитал компании достиг 47 миллионов дирхамов, что подтверждает стабильность The USKY Transport. Второе. Завершены работы по строительству контейнерного депо вместе с анкерной опорой. Это двухэтажное здание высотой в 15 метров, размером 30 на 11 метров. В перспективе комплекс будет иметь пропускную способность до 50 тысяч пассажиров в час и до 100 миллионов тонн грузов в год. Третье. Были представлены модели U-Bus U4 210 и U-Bus U4 220. U-Bus Karat, предназначенные для ежедневных комфортных поездок по городу и пригороду в разных климатических условиях. Четвертое. Начата сертификация четвертого тестового трека. Протяженностью в 2,4 километра. Он предназначен для эксплуатации большегрузных и пассажирских подвижных составов массой до 60 тонн, включая морские контейнеры и развивая скорость до 150 км в час. Пятое. Мы, как официальный партнер Unitsky String Technologies,
представили платформу адаптации и обучения Smart World Community, уникальную экосистему, которая позволит быстро освоить новые компетенции, повысить продуктивность и заработок наших партнеров. И это только малая часть того, чего мы смогли достичь за предыдущий год. Но, откровенно говоря, прошлый год принес и немало потрясений. Он, безусловно, и этот год, мы надеемся, что, безусловно, станет для нашей компании годом перемен. Глядываясь на события прошлого года, можно сказать, что ситуация была нелегкой для всех нас. Было много сложных событий, таких как коронавирусная инфекция, военные действия в Украине и многое другое, которое существенно мешало достижению наших общих целей. Но несмотря на все это и на то, что на все это, мы убеждены, что наша технология будет принята во всем мире в ближайшем будущем. Мы, команда SkyWorld Community, надеемся, что счастье, успех и финансовое процветание придут в каждый дом и в каждую семью. Мы также хотим выразить признательность за то, что вы были с нами на протяжении всего этого периода. Я убежден, что в 2023 году мы подарим своим близким самое дорогое, что у нас есть. Это тепло, понимание и веру в будущее. Огромное вам спасибо за внимание. Желаю вам счастья, мира и процветания вашим семьям. Спасибо. Thank you.
Thank you.